Азербайджан представлен на международной биеннале декоративно-прикладного искусства «Revelations» в знаменитом Гран-Пале ФМР перед Эйфелевой башней в центре Парижа. На биеннале состоялось открытие азербайджанского стенда, организованного при поддержке фонда Гейдар Алиева и при организации посольства Азербайджана во Франции. На стенде демонстрируется современная инсталляция «Под одним солнцем», созданная Эльвином Набизаде для Венецианской биеннале в 2017 году и выбранная фондом Гейдар Алиева для международной биеннале «Revelations». На открытии стенда выступили посол Азербайджана во Франции Лейла Абдулаева, помощник президента Азербайджана, исполнительный директор фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Франция в Милли Меджлисе Султан Мамедов, президент собрания национальных музеев Гран-Пале Жан-Поль Клузель, азербайджанские и французские парламентарии, представители искусства.